«Путешествие здоровья» или «Медицинский туризм» – так можно назвать новое направление на приморском туристическом рынке. В списке стран, которые выбирают наши соотечественники для лечения и отдыха, лидирует Южная Корея. В городе Канын провинции Канвандо, расположенном всего в 2 часах от Сеула, создана одна из лучших медицинских структур стоматологии Кореи – стоматологическая клиника университета Вонджу. Эта больница является одной из 11 специализированных в Корее. Здесь проводятся любые операции в области стоматологии. Можно поставить импланты, сделать пластическую операцию. Можно воспользоваться услугами любого специалиста. Клиника университета Вонджу города Канын имеет репутацию стоматологии высшего класса. Ведущая медицинская команда, около 150 специалистов, 10 отделений клиники, высокий уровень медицинских технологий и оборудования позволяют проводить лечение по эстетической реставрации и имплантации зубов, протезирование, отбеливание, лечение бруксизма, а также пластическую хирургию и контурную пластику лица в кратчайшие сроки и с лучшим сервисом. Стоматологическое лечение требует определенного времени, поэтому клиент, находясь у нас на лечении, может одновременно посещать расположенные рядом горнолыжные курорты или туристические объекты. Наша клиника выгодно отличается от сеульских клиник. Здесь чистый воздух, красивая природа, спокойная атмосфера и, конечно, ниже цены. В клинике заботятся о комфортных условиях для иностранных пациентов. Предоставляется консультирование до лечения и активная поддержка после лечения по интернету. Для приморцев появилась возможность получить консультацию специалистов клиники Вонджу во Владивостоке в медцентре по интернету.